Ничего у тебя. Не знаю, шарф мои купили. Шарф купили, свитер купили? Свитер купили. Свитер мы хотели за 600, купили мы, по сути, за 500. Бадлон в школу мы купили за 300. Перчатки зимние купили. За... Минус 30%. Ну так и купили где-то за 500. Ну, 500, да, где-то 500, наверное, 60. Колготки, ну, она еще пока в этих ходит. Шапку зимнюю, но еще пока вроде нормально. Штаны зимние, я 1600 писала, мы купили их за... Ну, мы так и купили. Ну, так и купили. Да, за 1600. Ну, вот. Ну, и свитер я сейчас за 1300 купил. В общем, на улице минус 7, и, судя по всему, теплее не будет. Поэтому сейчас будем проводить операцию «Башмак». Сейчас будем пробираться до Икеи. До него идти метров, наверное, 600 от нашего дома. А я в летних кроссовках. Там есть обувь, которую, в принципе, я хочу нормально. Операция «Башмак» начинается. Погнали. Я теперь настоящий ниндзя. Знаешь почему? Смотри. Что-то брызнул в зуб, блин. До этого не болело, а побрызгал, заболел зуб. Надо инфицировать. Паш, кстати, мой боевой клич. Зараза, блин. Надо было, блин, не доделал в Минске ни хера зуб. Не доделал зубы, блин, в Минске. Один зуб остался, но зараза. Стоило приехать в Питер, сразу заболел. Как херню брызгу иногда помогает. Отвалилась пломба, которую мне еще в школе делали. Единственная была пломба, которая дожила до столь позднего возраста. Все остальные повыпадали уже давно-давно. И вот она, блин. Сейчас пломба на месте, а зуб откололся. Надо в Минске ехать делать зубы. Вы говорите, как снимать на улице? Да никак сейчас не снимать на улице. В 7 минут не проснимаешь. Камеру загадишь. От сначала 3 недели подряд дожди шли, а теперь снега вьют. Ёперный отец. Надеюсь, у меня камера это переживет. Но раз уж взял с собой, надо же записать это. Самое удивительное, что зима-то еще не наступила. Еще только начало ноября, 3-го осеннего месяца. Творится настоящий апокалипсис. И вот после этого спрашиваете, нафига мы едем в Крым, блин? Это вообще жесть, я отвык от такой зимы. В Минске я такой... Столько снега не было со времен Хавьера, блин. Вообще пипец. Жесть. Видите, как плохо быть голодранцем и тунеядцем. Так была бы машина сейчас. Сейчас бы сели бы в машину. В тепле, доехали до магазина. Но, блин, не равняйтесь на меня. Не берите с меня пример. Работайте с 18 лет, зарабатывайте бабки. И живите как все. Не равняйтесь. Это будет тоже очень холодно. Так, вот эти ботинки стоят 1499. Вроде бы прикольно. Знаете, сколько? 2500. Ну как? А? Ну как? Ну, да, и сбоку сниму. Ну да. Такие. Не знаю. Блин, знаете, какие-то. Не, эти вообще. Отстой, дай их. Не, они прикольные, они, может, малые, может, 43. Блин, такие мне нравятся. Ну и самые дорогие еще. А Юльке такие не нравятся. Ну, прикольно. Отдел, блин, тепло. Красота. Это дедушкин. Я думал, кстати, в Питере хотя бы марка есть. Во, она есть. Теоретически есть, там какие-то пару моделей можно найти. В принципе, особо не найти. Я сам хотел себе марку привезти. Но, блин, того, что я хочу,
Я не дождался. Да, носки покажи сложно сказать, надо носить. Вроде прикольный. Вроде нет. А, вот. Я чувствую, этот прикольный, а вот этот нет. Здесь это блям. Здесь, наверное, даже круче. Будешь рыбу есть? Нет. А что, смотри, какая рыба. Пьем рыбу, посмотрим. Я помню, что... Это на... как называется рыба, знаешь? Лосось. Нет, это... осетр. Ну, тут есть еще раки. Раки, правда. Ты раков будешь есть? А? Они мясом похожи на креветок. Нет. Тогда нет. А икорки хочешь? Нет. Хочу креветок. О, черная икра, смотри. 8000 баночка. Как в последний раз черную икру ел? Никогда. Никогда? Вот нашел морожка. Такого, типа советский, а-ля. На сливках, кстати, сделан, если верить упаковке. Ну как взять на обзорчик. По ГОСТу сделано. Еще попробуем потом. Ну, пельмени. $527, $465, $527. На белорусские деньги. Сколько сейчас на новый курс? На старый получается 150 тысяч. 15 рублей, да? 150 тысяч это 15 рублей теперь белорусские? Вот, 15 рублей почти. Но они такие более-менее съедобные. Короче, что будем покупать, что будем есть? Я вообще есть не буду. Всё, ты что? А что ты рыдаешь? Ну, говори. Я очень хочу мороженое. Мороженое? Очень. Спасибо. Пожалуйста, пойдем. Цены на готовую еду. Здесь уже нет почти ничего.